heaven on earth. Я хочу сказать, что у Бога есть план для вас. У Бога есть план, есть путь для вас, у Бога есть стратегия для вас. И когда Бог обратится к вам, вам стоит отбросить свои чувства, усталость, негатив и лень. Оставьте свое мнение при себе и идите за этим. Я говорю, что вам нужно идти за этим. Когда остальные сдаются, вы не сдаетесь. Когда вас сбивают, вы поднимаетесь, вы становитесь крепче, решительнее, а вы остаетесь в игре, а в гонке. Продолжайте бежать, взирая на Иисуса Христа. Давайте все вместе, где бы вы ни были, поднимем свои руки к Нему и скажем: «Отец, мы провозглашаем, что любим Тебя. Независимо от того, что мы видим и с чем сталкиваемся, мы провозглашаем нашу вечную любовь к Тебе». Давайте, ЮАР и другие страны Африки, а также весь мир, присоединяйтесь к нам. Мы увидим, как все изменится. Знаете, я выбрал эту песню. Мало кто из молодежи знает эту песню, но еще в 80-х, когда мы сталкивались с самыми сложными вызовами в истории ЮАР, когда люди жгли, грабили и убивали, мы пели эту песню. Я знаю, что это старая песня, многие из вас помнят ее. Настало время поднять глаза над проблемами и прославить Иисуса, как никогда ранее, потому что Бог провел нас через вещи похуже, и у нас есть будущее и надежда. Я знаю, что многие из вас боятся. Поднимитесь и давайте споем это еще раз. Мы возносим свои глаза над проблемами нашей земли. Отче, мы знаем, что Ты благ, и что последнее слово за Тобой. У Тебя есть будущее и надежда. Мы восстановим нашу страну, поднимемся из пепла. Пандемия будет побеждена. У нас есть надежда. Бог помогает нам. Наш Бог живой. Мы молимся за тех, кто потерял близких, свой бизнес, свою зарплату. Наши сердца с вами. Мы хотим ободрить вас. Встаньте сегодня с нами. Поднимите свой взгляд над проблемами в земле, как это сделал Иов. Он потерял все, но сказал: «Я буду поклоняться Богу». Возможно, вы потеряли свой бизнес, свою работу, свое служение. Я не знаю, что вы потеряли, но тот факт, что вы живы, говорит о том, что у Бога есть будущее для вас. Я хочу, чтобы на этом служении вы подняли взгляд над проблемами страны. Поэтому обратите свой взгляд к Иисусу и сделайте это сегодня. Давайте стоять вместе, как один целый народ, как христиане. Мы взываем к нашему Богу: «Исцели нашу землю, Отче Небесный, Ты благой Бог, во имя Иисуса». Поэтому давайте споем еще раз. Мы возносим наш взгляд. Поднимите свои руки. Давайте все петь. Мы провозглашаем Тебя Царем. Аллилуйя! Мы возносим наш взгляд и наши руки, наши голоса и нашу надежду. Все вместе. Иисус Христос, мы провозглашаем Тебя нашим Царем. Отец, мы провозглашаем. Давайте, ЮАР. Отец, мы провозглашаем, что мы любим Тебя.
где бы вы сейчас ни были, у себя дома или где-то еще, давайте прославим Бога за ответ еще до того, как получим его во имя Иисуса. Мы приветствуем вас на нашем служении. Сотни тысяч людей с нами. Мы больше не будем извиняться за это. Мы сказали, что откроем наши церкви 1 августа. Слава Богу, что ограничения сняты. Мы снова можем молиться и стоять в проломе за нашу страну, молиться и подняться к Богу во имя Иисуса. Мы приветствуем зрителей ТБН, One Gospel, Face TV, Facebook, YouTube, CRC Online, а также тех, кто смотрит нас в исправительных учреждениях. Мы приветствуем наших зрителей в России, Израиле, Америке, Европе, Пакистане, Китае и Африке. Этот день сотворил Господь, и мы будем радоваться и веселиться. Добро пожаловать на наше служение. Еще раз давайте прославим Господа во имя Иисуса. Аллилуйя! Мы не безнадежны, нас ожидает чудесный завтрашний день. Во имя Иисуса я хочу начать с одной вещи, прежде чем перейти к посланию. Мне нужно быть в Йоханнесбурге. Я добираюсь туда на транспорте. Если у вас есть проблемы с тем, как я попадаю туда, то садитесь в свою повозку и передвигайтесь на ней. Итак, в первую очередь я хочу сказать, что мы скорбим с теми, кто потерял близких во время этой пандемии, а также вспышек насилия. Мы скорбим с теми, кто потерял свои зарплаты и бизнес. Многие церкви ограбили, даже нашу церковь в Дурбане. И то же самое происходило и в других местах. Мы продолжаем призывать к миру и спокойствию в нашей стране. Я не политик, но понимаю, что происходит. Мы знали о том, что третья сила существует еще до того, как президент сказал об этом. Мы знаем, что все это хотели подать под видом случайности. Мы понимаем военную тактику и призываем наши общины быть на страже. Как была ассоциация таксистов. Это беспокойство, которое началось в КваZulu-Natal и Гаутенге. Она не распространится по другим провинциям. Планы врага не будут успешными. Скажите «Аминь» и прославьте Господа во имя Иисуса. Мы продолжаем молиться о том, чтобы Бог раскрыл тех, кто строит эти злые замыслы, как это было в дни апартеида. Там действовала третья сила. Мы обращаемся к тем, кто крал вещи и продукты. Они не ваши. Я знаю, что нас смотрят на ТБН, One Gospel, Praise TV. Сейчас нас смотрят более 1 миллиона человек. Если вы сидите на диване, который украли, то верните его. Аминь. Мы христиане, а не воры. Я сказал нашему президенту, когда у нас была встреча с ним, что, убрав свет из общины, он навлекает тьму. Это просто неизбежно. Наши церкви не могут оставаться закрытыми. Я знаю, что пандемия реальна. Но мы знаем, как проводить служение, не ставя под угрозу здоровье. Больше всего нам нужно открыть церкви в маленьких городках и сельской местности. Я услышу «Аминь». Мы не просто молимся, но присоединились к операции «Милость». Мы договорились о том, чтобы люди приносили не портящиеся продукты в церковь. Заходите на наш сайт. И как мы помогали во время пожаров, так мы будем помогать и сейчас. Давайте прославим Господа. Аллилуйя. Наши члены церкви, которые владеют транспортными компаниями, уже дали нам несколько машин, чтобы доставить эти продукты в КваZulu-Natal. Мы будем участвовать в таком масштабе, в котором не участвовали ранее церковь. Так что скажите «Аминь» на это. Эта поместная церковь потратит 1 000 000 рандов на еду. Мы обращаемся ко всем. У вас есть время до среды, чтобы принести непортящиеся продукты.
Если у вас есть ресурсы, давайте щедро в это время, чтобы мы наполнили не одну машину, а несколько, и отправили помощь пострадавшим в КваZulu-Natal. Это время для того, чтобы быть руками и ногами Иисуса Христа. Не болтать, а взяться за дело. Скажите «Аминь», если вы согласны. Я знаю, что многие из вас покупали консервы, потому что думали, что еда закончится. Возможно, это Бог побудил вас купить эту лишнюю еду. Приносите ее. Оставьте две трети, а одну треть принесите. Хорошо? Для этого у нас есть лишь понедельник и вторник. В среду вечером все должно быть уже собрано. А в четверг утром машины уедут конвоем в Дурбан при поддержке вертолета с охранниками и полицией. Мы будем раздавать еду на месте из центров CRC. У нас будет несколько центров. Мы будем работать с ассоциацией таксистов и всеми остальными, чтобы к пятнице у людей в КваZulu-Natal была еда во имя Иисуса. Я считаю, что это чудесная инициатива. А ведь так? Люди критикуют большие церкви, но большие церкви могут реализовать большие проекты. Мое послание сегодня призвано ободрить вас. Я знаю, что многие из вас сидят дома, и вы напуганы. Все просто, не унывайте. Иисус все еще держит мир в своей руке. Это включает в себя вас и меня. Я ощущаю, что Дух Святой хочет, чтобы я ободрил вас сегодня. Многие люди подавлены, в отчаянии, в страхе. Люди боятся того, что бунт захватит и наши общины. Я хочу сказать жителям Претории, что наши центры открыты, и мы будем и дальше заботиться о людях в тех местностях, где сожгли торговые центры. Операция «Милость» — это другой проект. Мы будем и дальше кормить людей. Но мы расширяем свою деятельность во имя Иисуса. Аллилуйя! Когда мир рушится у вас на глазах, или вам так кажется, Иисус не позволит вам упасть. Как никогда мы должны смотреть на Иисуса. В трудные времена мы не должны смотреть на то, что говорят по новостям, но на то, что говорит нам Иисус. Я хочу сказать, что мне грустно от того, что военные и полиция так поздно отреагировали. Большую часть этой катастрофы можно было предотвратить. И мы, религиозные лидеры, будем разбираться с этим. Сейчас не время, но я не могу молчать об этом. Это недопустимо. Мы на протяжении многих часов видели, как люди обворовывали магазины, а полиция бездействовала. Мы требуем дать отчет. Мы хотим услышать ответы от правительства. Почему военных не отправили еще в понедельник утром? Почему разведка упустила все это? Люди потеряли миллионы. Почему? Было уничтожено более 160 центров. Почему их не защитили? Мы требуем ответов. Я скажу, почему. Я 10 лет служил в армии. Если у вас хорошая армия, вы можете отправить солдата в течение 12 часов, а они будут в любой точке ЮАР. Это была огромная ошибка со стороны нашего правительства, и им нужно ответить за нее. Хватит обвинять нас, граждан ЮАР. Я не разбрасываюсь словами. У кого-то должно хватить смелости, чтобы заявить об этом. Наши молитвы не помогут им, если они не будут делать свою работу. Хватит. Нашим гражданам приходится защищать торговые центры. Я уже сказал, что в Претории, в Блумфонтейне, Йоханнесбурге у нас будут центры по раздаче продуктов. Наши центры будут под охраной. Мы работаем с охранными службами. Мы также мобилизуем наших членов, которые раньше служили в армии. В ближайшие недели мы будем охранять наши центры, чтобы вы могли принести свою еду. И никакой воришка.
не сможет ее украсть. Мы не будем стрелять в других, но будем охранять. Мы не слабаки. Вы не сожжете наше здание, чтобы я потом 10 лет боролся за выплату страховки. Кем вы нас считаете? Слабаками? Но позвольте, я вернусь к посланию. Мы были рождены для этого, рождены для битвы. Мы живем в это время. Мы не падаем, не сдаемся, не теряем надежду. Мы были рождены для этого времени, чтобы стоять во имя Иисуса. Не просто, чтобы молиться, но чтобы у наших молитв были ноги, и мы могли действовать, разбираться с несправедливостью в этой стране. 1 200 000 патронов украдено. Как такое вообще возможно? Давайте молиться и разрушать планы врага. Бог раскроет их, раскроет тех, кто стоит за всем этим, кто бы то ни был. Чтобы ЮАР была страной надежды. Аминь. Не забывайте об этом. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 33 стих. Иисус говорит: «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 1 стих. «Да не смущается сердце ваше. Многие боятся без особых причин. Многие боятся выйти из дому. Я хочу вспомнить, что в начале локдауна военные отправили десятки тысяч солдат, чтобы мы сидели по домам. Вот почему этот вопрос не дает мне покоя. Когда страна горела, их не было видно». Трое согласны со мной, остальные почему-то слепы. Иисус говорит: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня, веруйте». 27 стих. «Мир оставляю вам, мир мой даю всем вам». «Не бутылку мира, мир через Духа Святого». Не так, как мир дает, я даю вам. Не через бутылку алкоголя. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается. Больше всего через пандемию и медиа наш мир атакуют плохие новости. Одна за другой. И поэтому люди боятся. И вот почему я призываю всех иметь надежду. Поднимать глаза выше лжи и реальности, великанов, надеясь на Бога во имя Иисуса Христа. Ведь когда страх захватывает ваше сердце, то вы становитесь безнадежным, парализованным и не можете жить. И когда мы видим поджоги, ограбления, бунты, слышим, что говорят люди во время пандемии, то легко поддаемся страху. Но Иисус говорит нам вновь и вновь, 365 раз в Библии, Бог говорит: «Не бойся», Бог говорит: «Да не смущается сердце ваше». На каждый день есть место Писания, которое призывает вас не бояться, потому что страх украдет у вас веру. Страх парализует вас, страх заставит вас спрятаться в углу, а мы не боимся. Мы поднимемся и пойдем в пострадавшие общины, чтобы обратить зло на добро. Мы будем нести пищу и проповедовать Евангелие Иисуса Христа. Мы увидим, как сотни тысяч людей спасутся на следующей неделе в КваZulu-Natal. Я услышу ваш аминь. Это духовная война во имя Иисуса. Я ощущаю, что Бог здесь. Прославьте Его во имя Иисуса. Евангелие от Луки говорит, 12 глава, 32 стих, «Не бойся, малое стадо. У нас есть Отец, который обещал позаботиться о нас. У нас есть Отец, который сказал, что не оставит нас даже в самое темное время».
Мы верим в это и поднимаем свой взгляд над проблемами нашей земли и говорим, даже в самый темный час, «Боже, Ты благ». Послание к римлянам, 8 глава, 31 стих. Тут Библия говорит, что же сказать на этом? «Если Бог за нас, то кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога. Он и ходатайствует за нас. Кто из вас знает, что Бог слышит молитвы Иисуса Христа? Не только мы молимся за мир. Иисус также молится. Избавление, помощь уже в пути. Восстановление уже в пути во имя Иисуса. Я говорил вам, что перед тем, как стать лучше, может стать хуже. Но когда враг приходит, как потоп, Дух Господень поднимет знамя против него. Это Церковь Иисуса Христа. Аллилуйя! Я с уважением сказал нашему президенту, что ученые не могут помочь. Это они убрали соль из общества. Я не критикую их, они делают свою работу. Но позвольте нам, церкви, делать свою работу. Наши пасторы в городах знают свои общины. Если бы им позволили действовать до вспышек насилия, все было бы намного лучше. Я говорил с епископом Мусасоном, люди обнесли торговый центр напротив его церкви. Он смотрел на это со слезами на глазах. В это же время в прошлом году у нас была молодежная конференция, на которой было 5 или 6 тысяч молодых людей. Если бы церковь была открыта, и у нас была конференция, эти молодые люди не обносили бы сейчас этот торговый центр. Сколько молодых людей, которые обносили тот торговый центр, были на молодежной конференции 2 года тому назад. Услышьте меня. Противники открытия церквей. Вы даже не представляете себе тот хаос, который начнется, когда произойдет вознесение. Это даже не 0,001% от того хаоса, который начнется в мире, когда Церковь Иисуса уйдет из этого мира в вознесении. Если вы говорите, «Мне не нужна церковь, она никому не может помочь», то откройте свои глаза и посмотрите, что случилось из-за того, что церкви оказались закрыты. Попробуйте разобраться с этой проблемой с помощью своего личного христианства. Удачи! Нам нужно мобилизовать церковь. Я говорю, нам нужно мобилизовать церковь. Нам нужно, чтобы церкви были открыты. Нам не нужно правительство, которое обращается к нам за помощью, когда мы нужны. А после того, как мы реагируем, подавляем насилие, кормим бедных, они вводят правила, чтобы снова нас закрыть. Хватит! Вы либо охладели, либо просто пришли в гости. Если вы у нас впервые, я приветствую вас. Мы не будем просить прощения за энтузиазм. Потому что люди, которые грабили торговые центры, делали это с энтузиазмом. Тридцать пятый стих говорит. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод? Люди голодны. Бог не бросил вас. Помощь уже в пути. Бог пошлет ворона. Пошлет гражданские организации. Я даже скажу так. Бог пошлет к вам руку даятеля. Бог пошлет к вам операцию «Милость». Бог пошлет христиан, чтобы они объединились, несмотря на свои деноминации. Мы будем помогать людям во время нужды во имя Иисуса. Я хочу сказать тем, кто любит оставлять комментарии в соцсетях. Придержите свои комментарии при себе. Не пишите, что люди должны страдать, потому что они сожгли торговые центры. Этим занимались лишь немногие, остальные люди невинны.
Они не должны страдать из-за бунтарей и беззаконников. Мы позаботимся о жителях ЮАР. Мы не позволим превратить это в российский инцидент во имя Иисуса. Аминь. Мы жители ЮАР. Я знаю, что вы смотрите нас в Малави и других местах, но молитесь за ЮАР. Когда ваша страна будет проходить через трудности, мы также будем молиться за вас. Молитесь за нас, посылайте помощь в нашу страну, если можете, во имя Иисуса. Павел пишет «за тебя». Умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Это было время ужасных гонений на церковь. Христиан убивали. Он говорит, но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, скажите, я уверен, у меня есть будущее и надежда. Чудесный завтрашний день, скажите это. Скажите также, я поднимусь из пепла. Давайте, говорите это. Слезы приходят на время, а радость обновляется утром. Вы должны верить в это во имя Иисуса. Бог покажет вам путь, и вы сможете восстановить свой бизнес, свою жизнь, свою семью во имя Иисуса, и мы поможем вам. Христиане помогут вам. Сострадательные люди помогут вам. ЮАР, настало время проявить себя. Я стою рядом с нашим флагом. Я горд тем, что я южноафриканец. Настало время стать хорошим южноафриканцем. Мы стоим вместе как народ. Меня не волнует ваша деноминация, ваш цвет кожи. Мы едины как народ. Мы стояли так в конце 80-х. Мы сказали, хватит, уберите свой АК-47, уберите оружие. Когда убили Криса Хани, мы были на грани величайшей войны в нашей стране. Но мы молились, и Нельсон Мандела сказал, нет, это не наш путь. Я хочу обратиться к тем, кто хочет дестабилизировать нашу страну. Вы копили патроны и оружие. Я хочу сказать, что это не наш путь во имя Иисуса Христа. Мы лучше этого. Я говорю, мы лучше этого. Мы народ Божий. Мы под Богом. Мы будем просить у Бога праведности для ЮАР. Бог пробуждает свою церковь. Церковь поднимается, а Бог поднимается в церкви. Враг разбежится от силы Духа Святого. Скажите аминь на это во имя Иисуса. Аллилуйя. Он говорит, ибо я уверен, что не смерть, ни жизнь, ни ангелы, даже ни начало и никакие силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота и ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим. Сегодня вы можете ощущать одиночество. Я говорил с одним доктором, который поделился со мной грустными вестями. Люди не осознают этого, а ученые не хотят говорить об этом. Но мы, церковь, имеем дело с этим. Насилие по половому признаку вышло из-под контроля за время локдауна. Доктор сказал мне, что ей приходится сталкиваться со множеством случаев насилия одним за другим. И таких случаев больше, чем заболеваний, COVID. Она работает на правительство. Наши дети уязвимы. Они предоставлены сами себе. Их матери работают, молодые девушки остаются дома, их используют из-за того уровня бедности, с которым так и не разобрались за 27 лет. Хватит уже тыкать пальцем других. Настало время дать отчет, дать ответ, разобраться с коррупцией, социальной несправедливостью в ЮАР. Христиане должны встать и сказать «хватит». Мы хотим праведное правительство, которая поведет ЮАР и позаботится о людях ЮАР. Нам нужны не просто слова, а действия. После 27 лет у нас 40% безработных в стране. Это несправедливо, нечестиво, неправедно. Злые люди использовали это в качестве искры, чтобы зажечь этот огонь. После этого мы будем проводить религиозные форумы с нашим правительством. Мы хотим от них ответов. Особенно от нашего комиссара полиции.
Где была полиция? Неужели у них нет резиновых пуль? А вы скажете, проповедник не должен так говорить. Ну, простите, а о чем вообще он должен говорить? Три пункта для определения. Иисус был активистом. Можете прочитать об этом. Он не был неженкой. Он бросал вызов системе тех времен. И этому особо должны быть рады женщины. Он принес равенство. Дамы, это хорошее время для того, чтобы воскликнуть «Аминь». Прославьте Господа, аллилуйя. Вот что сделал Иисус. Он освободил женщин, освободил народы. В послании к римлянам Павел говорит нам, чтобы мы радовались в надежде славы Божией. И не всем только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения — опытность, от опытности — надежда. Люди, которые говорят, что мы даем другим ложную надежду, явно не имеют характера или опытности. Ведь надежда не постыжает. Мы имеем надежду там, где ее нет. Надежда — это якорь нашей души. Надежда — это основание нашей веры. Надежда — это благосклонное ожидание лучшего будущего. Надежда говорит, «Я не приму катастрофу в качестве финала. У нас есть обетование о том, что ЮАР будет благословением для народов мира». Мы не отчаиваемся, потому что Божьей благодати достаточно. Павел говорит нечто важное во втором послании к Коринфянам. Я еще не начал, а мне уже нужно заканчивать. Он говорит, что мы притесняемы. Иногда мы ощущаем это. Ковид давит на нас, кризис давит на нас, ваш бизнес давит на вас. Вы сталкиваетесь с проблемами, и вам кажется, что вас притесняют со всех сторон. Вы должны быть дома в 9. Внезапно к вам начинают относиться как к ребенку, младенцу. Притесняемы, но не стеснены, не раздавлены. Аллилуйя. Наш дух не будет раздавлен во имя Иисуса Христа. Дух Христа в нас не будет раздавлен. Чем сильнее вы давите, тем сильнее мы становимся. Мы станем крепче и решительнее. Мы будем больше молиться и бодрствовать, проповедовать во имя Иисуса. Христианство не задумывалось для слабых людей. Апостолы, которые изменили мир, прошли через ужасные гонения за свои проповеди. Вы больше не загоните нас в угол. Если наше правительство не увидело последствия того, что церковь забрали из общества, и не говорите мне, что церковь — это не здание. Ваш дом также не здание. Так спите под деревом. Хватит показывать свое невежество в сетях. Идите, и пусть вам делают операцию под деревом. Никто не называл кирпичи и раствор церковью. Аминь. Но в них собирается церковь. Молодое поколение не знает, что такое стратегия, потому что они не сталкивались с военными операциями. Раньше все понимали, что для победы в битве нужно мобилизовать армию. А для того, чтобы мобилизовать армию, нужно собрать людей. Вы не можете победить в битве, если все будут сами по себе. Почему же нам, христианам, не хватает понимания в этом? Мы не изменим наш мир по отдельности. Мы изменим его, когда будем вместе. Если вы любите церковь, то скажите «Аминь» и прославьте Господа. Я буду все громче и громче говорить о церкви. Хейтеры могут выступать против меня, но я буду говорить лишь громче. Нам как никогда нужно, чтобы наши церкви были открыты, безопасны и ответственны. Нам нужно, чтобы наши церкви открылись. Не под конец года, а сейчас, в следующее воскресенье,
1 августа, каждое воскресенье. Сказано так: мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем. Мне нужно сокращать, потому что у меня осталось всего 5 минут. Сказано: посему мы не унываем. Как бы жизнь ни давила на нас, мы не унываем. Есть 3 причины, почему люди начинают унывать. Во-первых, из-за страха. Когда страх захватывает ваше сердце, вы впадаете в уныние и начинаете нести негатив. Вторая причина — когда вы теряете надежду, вы впадаете в уныние. И третья — когда вы сомневаетесь в Божьей любви, вы впадаете в уныние. Вы думаете, что Бог больше не контролирует наше будущее? Но мы не движемся на основании того, что видим. Мы сталкиваемся с тем, что видим. Мы не унываем. Когда 10 разведчиков вернулись из-за негативной оценки, медиа, вы можете делиться позитивными новостями, а? Это привело к тому, что сердца людей поникли. Люди впали в уныние из-за того, что услышали от лидеров. Вот почему я никогда не провозглашаю слова, которые крадут надежду у людей, которые заставляют людей бояться. Мы не унываем, независимо от великанов, независимо от бури, независимо от битвы, независимо от того, как все выглядит в этом материальном мире. Мы не унываем. Мы люди надежды. Мы не боимся во имя Иисуса. Мы отвечаем на вызов, потому что мы были рождены для этого часа. Я говорю, мы были рождены для этого часа. Не для того, чтобы упасть, поддаться, сдаться под давлением, но подняться в силе и зазвучать во весь голос. Мы будем частью решения, а не проблемы. Я сказал президенту, чтобы он открыл церкви. Это часть решения. Пусть ученые пойдут и остановят насилие. Идите, посмотрим. Даже полиция и военные не сделают этого сами. Потому что преступление — это моральный вопрос. И только Церковь Иисуса может разобраться с этим. Мы настолько слепы, что не понимаем этого. А я благодарен Богу за то, что люди говорят. Это день Манделлы. Он не спаситель ЮАР. Можете плевать на меня. Мне нет до этого дела. Он не спаситель ЮАР, Иисус Христос. Вот кто спаситель ЮАР. Мы не молимся сегодня Манделле, мы молимся Богу Живому. Мы прославляем Иисуса Христа сегодня. Аллилуйя. Мы почитаем то, что сделал Манделла, но не поклоняемся ему, не молимся ему. Мы, христиане, помним крест. Вы знаете мои намерения для вас. Намерение во благо, а не во зло. Послание к римлянам, 15 глава, 13 стих говорит: «Бог же надежды». Он исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою. Когда вы теряете силу Духа Святого, то теряете надежду. Далее 12 глава, 12 стих того же послания к римлянам говорит: «Утешайтесь надеждою. В скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны». Именно это мы и делаем. Мы молились в июле, молились сегодня, молились каждый день. Мы обращаемся к Богу. Но мы не только молимся, мы действуем. Мы не сидим в безопасном уголке, чтобы молиться там. Иосафату пришлось выйти на поле битвы и начать молиться там. Ему пришлось предстать перед врагом. Христиане, мы должны встать, подняться, оставить безопасное христианство. Нашей стране нужны настоящие лидеры церкви, которые говорят: «Хватит во имя Иисуса Христа». Они не поддадутся. Я молюсь о том, чтобы церковь поднялась. Ведь когда церковь поднимается, тогда зло опускается. Все потому, что церковь — это свет мира. Церковь — это свет мира.
церковь, надежда мира, потому что Иисус живет внутри нас. Если вы будете затыкать рот церкви, то вы пожнете плохие плоды. Я молюсь о благочестивом правительстве, о тех, кто будет почитать Иисуса, почитать Бога. Мы ожидали, что сегодня наш президент объявит о дне молитвы, но другая личность затмила его, уж простите. Я люблю Нельсона Манделу, но настало время преклонить колени перед Иисусом Христом. Аллилуйя! Прославьте Его во имя Иисуса! Бог очень любит вас! Я говорю, Бог любит вас! Возможно, вы не отдали свою жизнь Иисусу, так положите руку на сердце и скажите, «Иисус, я отдаю Тебе все! Я принимаю Тебя как своего Господа и Спасителя! Аминь!»